До 18 березня населення Чорногорії було об'єктом заздрощів у Європі, бо цим середземноморським курортом не зацікавився коронавірус. Єлена Ячимович живе у Монтенегро більше 10 років. Щільність населення, каже, ніби невелика, зате чорногорці дуже комунікабельні та вірні традиціям. Тож забарився вірус, але не оминув. Перші заражені, наприклад, вони... Это были люди, которые съездили на 8 марта куда-то там, значит, одна женщина съездила в Америку, другая съездила в Испанию, вот, и одна из них, не знаю какая, например, ухитрилась, вернувшись между тем периодом, как она вернулась, и тем, как у нее выявили коронавирус, значит, она успела принять соболезнование. Есть такая традиция, значит, что все родственники стоят рядом с гробом умершего и принимают соболезнование. Вот. И, соответственно, туда приходят просто тысячи людей, которые, не знаю, там какие-то вообще, там, может, его вообще в глаза не видели, но зато они там, не знаю, дружат с его там каким-нибудь троюродным братом, и поэтому они приходят этому троюродному брату как бы вот изъявить соболезнования, и они проходят вдоль всего, как бы всей шеренги этих родственников, и, значит, каждого там или за руку жмут, или целуют, и, в общем, эта женщина простояла там вот, например, как бы, да, принимайте соболезнования. То есть уже какие-то там сразу тысячи, наверное, заразило. Ще два тижні тому, розповідає Єлена, надягати захисну маску було незатишно. А сейчас, вот, например, когда приходишь, не знаю, в магазин или даже просто идешь по улице, и даже в машинах ездят люди в масках, в перчатках, то есть сейчас все... Значить, поняли, що це не шутки. 31 березня влада країни впровадила комендантську годину з 19 до 5 ранку в робочі дні з 13 суботи до 5 понеділка. Не можна також запрошувати до себе гостей, займатися спортом на вулиці і випускати дітей молодше за 12 років без одного з батьків. Місця для гуляння закрили ще два тижні тому. Нарешті шикарні чорногорські парки та пляжі безлюдні, але це не радує. Торопіко. Обычно в это время всегда сидела куча народу. Здесь стояли столики, все пили кафу. Сейчас тишина повна. Междугородні автобуси, автобуси, які їздили по городу, таксі, значить, все запрещено. Нічого не їздить, железна дорога, нічого. І більше того, значить, в машині не можна, щоб знаходились більше двох взрослих. Вот это как бы загадочный какой-то, честно говоря, запрет, мне не очень понятен, потому что получается, что, значит, если эти, не знаю, пять взрослых стояли только что около машины, то сесть в нее они не могут, хотя, по идее, они уже друг друга перезаразили, да, и, ну, как бы, не знаю, в общем, короче, такой странный, должны только двое сесть, а трое других должны еще поделиться на две машины. Поселення Тузі в муніципалітеті Подгориця заблокували ще до того, як Україні впровадили комендантську годину, там зафіксували яскравий спалах захворювання. Это город на границе с Албанией, там много албанцев, я не знаю, может, они как-то не серьезно отнеслись вообще ко всем этим введенным мерам, но, в общем, там вспышка, и сейчас им вообще запретили, там закрыли все, перекрыли дорогу туда, запретили им выходить из домов, сказали, типа, мы вам доставим продукты. Я пока смутно себе представляю, конечно, как они там, что им доставят. Інші карантинні заходи в Балканській перлині схожі на те, що відбувається і в Україні. Образовательный процесс они организовали по телевизору, это очень прикольно. Вот выделили, по-моему, три канала, по которым, значит, идут уроки. Дев'ятий канал дякує своїм резидентам у Чорногорії за постійний зв'язок і бажає здоров'я. Побачимося на морі після коронавірусу.